Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это Oppo Reno 2, и сейчас я вам покажу, как на этом устройстве включить режим энергосбережения. Итак, для того, чтобы это сделать, вначале нужно перейти в приложение «Настройки». Затем нужно спуститься немного вниз до пункта «Аккумулятор». Выбираем его. И здесь видим такой пунктик, как «Режим энергосбережения», либо же здесь такая большая зеленая кнопка. Но мы войдем в энергосбережение другим способом. Мы просто выберем режим энергосбережения здесь и выключим автоматическое включение, хотя можем и не выключать. Но самое главное — это включить режим энергосбережения сейчас. Итак, что мы видим? Как преобразуется телефон? Во-первых, батарейка становится вместо черной, становится зелененькой такой, желтенькой-зелененькой. И экран становится тусклее, чтобы тратить меньше энергии, меньше расходовать энергию на яркость экрана. Также приложения тоже будут подчищены с оперативной памяти и будут жрать тоже чуть меньше энергии. Если это видео вам помогло, обязательно поставьте этому видосику лайк и подпишитесь на наш канал. До встречи!